Здравствуйте. Раз уж я вступила в разговор, я хочу еще сказать коротенькое сообщение вам. Так как я из Казахстана, это соседи с Китаем, там мальчик работает, исследуя этот вирус. И он четко нам сказал, пока у вас сопли, слезы и слюни, вы здоровый человек. Потому что этот вирус высушивает, сжигает не температуры, а просто высохнет горло, нос, 3-6 дней, все, таким способом проявляется. Потом может опуститься в легкие, человек погибает. Поэтому надо пить горячую воду, больше 30 градусов, все, что норма за день выпить, надо выпить больше 30 градусов. Принимать горячий душ, лежать в горячих ваннах, пить горячий чай, ополаскивать просто горячим, потому что проглатывая бациллы в желудке погибают, они там не выживают. А если не выполаскивать, не выплевывать, не проглатывать, опускаются в легкие, человек погибает. Это короткая, четкая информация пришла в первые дни из китайского научно-исследовательского института. Спасибо. Верьте всегда в добро, в хорошее решение и будьте оптимистами. А при этом пользуйтесь дезинфицирующими средствами, горячей водой. Любите себя и окружающих. Я вас люблю. Будьте здоровы.